Найди ключ в секретных лабиринтах и выиграй 1 миллион долларов! Привет, я повар-обезьяна. Если ты не хочешь, чтобы я съел тебя, поставь лайк и подпишись на канал за 3 секунды. 1, 2, 3. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Зомбокси. Сегодня мы посмотрим на мою новую рубрику на канале «Огромнейшие лабиринты! Секретные, закрытые лабиринты на 1 миллион долларов!» Да, друзья, в этих лабиринтах спрятан ключ, и найдя который, я смогу получить доступ к сундуку, в котором лежат огромнейшие деньги, 1 миллион долларов. А нам нужно будет пройти все эти лабиринты подряд, не запутаться в них, они закрытые, они секретные, там очень много ловушек, много испытаний, много секретных тайников, в них очень легко потеряться. И нужно найти выход к самому концу, вон туда. Так, сегодня у нас участвуют персонажи, это Лунтик, Соник, Влад-А4, Миньон и красный Хагиваги с Кари Вари. Ну что ж, друзья, мы начинаем, спрыгиваем! Ай, зря я, наверное, спрыгнул без брони. Вторая попытка! Отлично, отлично, мы оказались внизу. Итак, погнали, друзья. Начинается наш путь отсюда. Ну что ж, погнали. А нам нужно пройти сквозь все эти темные, страшные, закрытые лабиринты и выбраться в самом-самом конце. Я надеюсь... Кто это такой? А! Хаги-ваги верхом на злой собаке. Или волке, ё-моё. Так. Здесь у нас знак стоп, наверное, мне не сюда, да? Окей, давайте попробуем пойти в другую сторону. Ребята, давайте так, чтобы вышла вторая часть этой рубрики, чтобы я снял продолжение, поставьте лайк. И не забудьте подписаться. А мы идем, ребяточки, идем, проходим. А пока что мы начинаем свой путь с розового тоннеля. Я, кстати, нашел Лунтика. Вон он сзади. Так, отлично, Монти победили. Здорово, Лунтик. О, здорово, зомбак. Привет. Возьми в сундуке вот эту штучку. Это тебе поможет. А, в сундуке. О, рычаг. Отлично, но это не ключ, ребят. Это просто рычаг, скорее всего, он мне понадобится в каких-то там испытаниях. Хорошо, Лунтик, спасибо тебе большое. Так, отлично, мы проходим дальше. А в какую сторону я шел? Так, подождите, вот здесь у нас был вход. Я зашел сюда и пошел сюда. Так, теперь нам налево, да? Погнали, ребяточки. Очень будет очень длинный интересный ролик. Нам нужно сквозь все эти лабиринты пробраться. Так, на тебе, чика, получай. Так, здесь у меня хелпи. На-ка тебе, выкусь, так. Отлично. А куда идти? Столько много... О, дверь. Тут просто, как видите, очень много проходов и... стоп, подождите, я кругами хожу? Я хожу кругами. Здесь очень много всяких лабиринтов, разных разветвлений. Мне надо вообще не потеряться. Отлично, ставим рычаг, проходим дальше. И открывается у нас проход в голубой лабиринт. И здесь у нас Соник, да. Только я злого Соника пока что встретил. Здорово, Соник Икзи. Привет, давай, отлично. Победили, ребят, да. Я чуть не забыл сказать, здесь много злых персонажей и добрые персонажи, которые нам будут помогать проходить лабиринты. Так, на тебе, Шэдоу, получи. Отлично. Ага, здесь тупик. Идем, ребят. Стоп. Окей, я к тебе не пойду, брат. Давай-ка ты... я с тобой драться не буду. А, доктор Эггман! Тихо! А ну, брысь! Я так понимаю, что в сторону, где у нас знаки стоп, идти не нужно. Но, ладно, сейчас мы узнаем. Ага, стоп, подождите. Я уже дошел до Влада 4XZ. Я дошел до двери в следующий лабиринт, но я не нашел рычаг. В смысле? А где он? А где... А, подождите-ка, вы меня обмануть пытаетесь? Они меня хотят... А, вот ты где, да, я вообще про Соника забыл. Соник, привет! Ну, здорово! Ты чё-то меня не прошел мимо? Да, я вообще забыл, что я же еще и вас должен находить. Да, приветик. Я могу у тебя в сундучке забрать рычажок, да? Да, забирай. Да, отлично. В сундуках, я так понимаю, лежат рычаги для того, чтобы я смог пройти на следующее испытание, то есть на следующий лабиринт. Окей. Ставим рычаг сюда, открываем и закрываем там Влад 4XZ. Окей, ладно, возьмем пушечки и идем драться. Это, ребят, злой Влад. Ай да, давай, отлично.
Так, я сейчас буду ходить проверять на... О! Глент и Гзива, его видели, страшилина какая. Так. Ё-моё. Давайте сюда сходим. Здесь у нас знак стоп, но может быть здесь пасхалка? И здесь ничего нету, я сейчас заблужусь. Ладно, давайте вернемся обратно. Меня пытается обмануть лабиринт. Капец, мне, у меня скоро клаустрофобия появится. Мне страшно здесь ходить, потому что у нас сверху все закрыто черными блоками. Здесь реально запертые лабиринты. Если я здесь заблужусь, я отсюда никогда не выберусь. Но приз того стоит. Давайте подеремся с Галентом. Икзи, я тут сломал немножечко. Мне туда не стоит идти. О, Влад А4 Икзи. Здорово, здорово, на, получи. Приз того стоит, ребят, потому что в конце лабиринта где-то мы найдем главный приз. 1 миллион долларов. И так что досмотрите до конца ролик, чтобы узнать. Так, балди-балди, а ну брысь отсюда. Досмотрите ролик до конца, чтобы узнать, смогу ли я найти этот приз. Так, отлично, проходим. О, в смысле? Так, подождите-ка, подождите-ка, я дошел до самого конца, но пока никакого рычага я не нашел. В смысле, а где добрый Влад А4? Так, давайте вернемся обратно. Меня эти лабиринты пытаются запутать. В зеленом лабиринте я нашел два вот таких входа, да? В один я сходил, и там вроде как ничего не было, я там запутался. Давайте пойдем во второй. Но я совсем немножко не дошел. Влад, привет! О, здорово, здорово! Да, будь внимательный, зомбак! Ты чуть не проворонил свой миллион долларов! Да, это, конечно, хорошо. Ладно, давай я заберу твой рычажок и пройду дальше. Спасибо тебе, Влад А4, за помощь. Отлично, мы все-таки нашли рычаг. Слушайте, лабиринты мне очень нравятся. Если вам тоже, ставьте лайк. Отлично, проходим дальше. Теперь у нас есть рычаг, чтобы открыть эту дверь. А, куда ее поставить? Во, отлично, все, идем дальше. В смысле, а куда мне идти? А, фу, здесь тупик. Проходим, проходим, я чью-то руку вижу. Это миньон добрый? Нет, это злой миньон. Да, в этом желтом лабиринтике где-то прячется добрый миньончик. Нам нужно его найти. Я предлагаю перезарядить свои патрончики. Перезарядить пушечки. Давайте закончим патроны. Так, отлично. Все перезарядим, потому что нам предстоит долгий бой. Так, отлично. Берем меч и идем дальше. Так, проходим, проходим. Ребята, бесконечные лабиринты. Но я хорошо справляюсь. Это уже по счету четвертый лабиринт. То есть мы прошли с вами розовый, мы прошли синий, зеленый и вот сейчас желтый. То есть следующий уже последний лабиринт. Я надеюсь, я до него доберусь. Так. Ну, пока что я не нашел миньончика, это очень плохо. Отстань от меня, зомби. Так, где добрый миньон? Я, кажись, кругами хожу, я обратно иду, нет? Я оттуда пришел. В смысле? Подождите. Подождите, я потерялся! Куда идти? Нет, 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 подождите. Ребята, стоп, 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 стоп. Подождите, мне сюда, да? Мне сюда? Нет, не сюда! Как это? Стоп, подождите, ребята, кажется, я потерялся. Поставьте лайк, я должен выбраться с лабиринта. Я потерялся, я куда идти? Нет, 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 так, сюда. А, ой, ё-моё, а, ты злой. Это миньон, ниндзя. Это ниндзя миньон, фух. Кажется, я нашел дальнейший путь, все отлично. Идем через него, стоп. Я научен горьким опытом. Да, здорово, миньончик. О, привет, ты нашел меня? Да, отлично, приветик, я возьму твой ключик, да дальше тебя я идти, пожалуй, не буду, хотя давай проверим. Да, все, здесь точно ничего нет, все, миньончик, давай тебе удачи, а мы идем дальше. Откуда я пришел? Откуда я пришел? Я потерялся. Так, стоп, я вроде отсюда пришел. В этих лабиринтах так легко потеряться, ребят, вы не представляете, это самые жесткие лабиринты. Я таких еще не снимал. Огромнейшие просто. Так, ладно, опять знак стоп. Ага, о, здорово, мне скорее всего сюда, раз здесь у нас стоит монстрик. Так, идем, идем, да, я нашел, я нашел, я нашел. Так, здесь ничего нету. Фух, я нашел тебя, любимый выход. Я думал, я там потеряюсь. Сраный желтый уровень, он бесконечный был. Он реально был бесконечный. Так, отлично, все, красный, последний. Ай, ё-моё, ты чё пугаешь, к черный хагиваи. Фух, иди отсюда, уйди отсюда.
Так, я кого-то там красненького вижу, скорее всего, это Скаривари. Ну что, ребяточки, погнали, погнали, давайте быстрее. Красный лабиринт, если вы помните, он вот такой вот цепочкой, змейкой по кругу. Я думаю, что здесь будет легко пройти его. Я не думаю, что мы здесь потеряемся. Так, Хаги-Вагич, давай, давай. Давай сразимся, я на мечах с тобой. Давай, опа, отлично, мы с тобой большие молодцы, ребяточки. Опа, ну какой Хаги-Ваги, здорово. На тебе, получи. Проходим дальше, дальше нас ждет Кисси-Мисси. Здесь мы просто идем просто по кругу, знаете. Красный лабиринт, я так понимаю, самый легкий. Но желтый был вообще хард. Я еле как из него выбрался. Я несколько раз в нем потерялся. Это что вообще такое? Так, опять Хаги-Ваги. Да сколько вас там много? Сколько монстров меня тут ждет? Ну-ка, брысь отсюда. Отлично. Луна? Я как Хаги-Ваги заходил. Ладно, аниматроники нас тут еще встречают. Тут вообще бесконечно. Мне кажется, или я кругами хожу, нет? Я как-то влево, вправо, и как будто я просто вот так по кругу хожу, и никуда... Да я... Стоп, я потеряюсь сейчас. Я сейчас потеряюсь. Ладно, идем дальше, друзья. И здесь солнце. Ну, пока что я куда-то в другую сторону свернул. Возможно, я все-таки иду дальше. Так, я надеюсь, мы все-таки найдем миллион долларов, пожалуйста. О, Скаривари, здорово, братиш! Патроны закончились! А ну, брысь! Фух, отлично. Идем дальше, друзья. Идем, проходим. Отлично. И дверь, да! Да! О, кстати, я не заметил, мне выпал ключ со Скаривари. Одной из главных задач — найти в лабиринтах ключ, который нам даст миллион долларов. Я его нашел! Открываем счастливую дверь. А как дальше? Стоп! Нет! Подождите, у меня есть идея. Та-та-та-та-та-там, та-та-та-та-та-там. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Я перепрыгнул. Ладно, друзья, мы прошли эти лабиринты. Итак, что у нас здесь? Миллион долларов, ребяточки! Я богат! Я могу их всех себе забрать, я все себе заберу! Я забираю все эти деньги себе! Я могу ими раскидываться, ребята! Ну-ка, где вы? Я вас не вижу. Так. Тру-да-да-да-да! Я миллиардер! Миллионы долларов! Ребят, мы прошли лабиринты, крутяк! Так, подождите, а что во втором ящике? Может, там еще миллион долларов? Поставь лайк и подпишись. Это, ребят, надо сделать обязательно. Ребят, если вам понравилась эта рубрика, поставьте лайк и подпишитесь. Так, а это что такое? Так, давайте возьмем и на... О, меня вернуло обратно. Мой миллион долларов, нет. Я забрал всего 3 кучи. Ладно, я пройду его еще раз. Или сломаю там блок и заберу. Короче, ребят, я надеюсь, вам понравились эти мега-гигантские лабиринты. Новая рубрика. Я победил, я выиграл миллион долларов. Я их обязательно заберу, я второй раз пройду. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал и ставьте много миллионов лайков. Всем удачи и пока-пока. И снова привет. Нажимай на эти видео, иначе я приду к тебе ночью. Ха-ха-ха.